Ивановский район, дорога Натейково. В таком состоянии сейчас мост через речку Черная. Дорожное полотно разбито настолько, что целая полоса, по сути, отсутствует. По словам очевидцев, на этом участке дороги произошла уже серия аварий. Автомобилем, заехавшим в яму, пробивает колеса. Сейчас дорожный капкан обозначен конусами, но в темное время суток он вновь будет представлять опасность для автовладельцев. Мы связались с департаментом дорожного хозяйства региона, в чьем ведении находится этот участок дороги. Подрядчик, следящий за состоянием трассы, уведомлен о проблеме. И уже завтра ямы зальют асфальтом.